Ежедневно в городе моют автомобильные дороги. Сегодня специалисты следовали по четвертому маршруту. Это улицы Вострецова, Советская, проспект Карла Маркса, Речная и Транспортная. У Голуда всего 10 направлений, 5 дневных, 5 ночных. Работа циклична. Когда дорожники заканчивают уборку 10 маршрута, приступают к первому. По выходным поливомоечная техника работает только в первой половине дня по тем участкам, которые по каким-либо причинам не помыли с понедельника по пятницу. Вообще мойка у нас производится две смены каждый день, то есть день и ночь моют город. У нас есть 10 маршрутов, которые включают в себя практически все улицы города, асфальтированные. Кроме того, на улицах города работает два пылесоса, которые осуществляют уборку крупного мусора. Сначала убирают мусор, потом начинают мыть дороги. Отправляют на участки 6 поливомоечных машин и 1 трактор. Так за неделю чистят весь город, рассказывают специалисты.